Не знаю зачем. Потому что у меня же есть бэкап, я только сейчас сообразил. Надо было бэкап засобачить и все. Что я сейчас и сделаю, чтобы все программы сразу все стояло. Ну, понятно. Значит, ну, в любом случае... Надо подумать. Давай. В принципе, конечно, я бы тоже эту программу с удовольствием использовал бы, потому что удобно. Удобно, быстро все это вот. Но, видишь, когда много партиций, она теряется. То есть на одной партиции она работает, неважно на какой плате, она работает, она делает то, что она должна делать. Как только партиции больше, чем одна, все. Она тут же помирает. А ты имеешь в виду System Bug? Да. Объясняю еще раз. System Bug работает только на той партиции, на которой он установлен. И он делает копии только той партиции, на которой он установлен. Почему я сразу и уцепился за твою программу, о которой ты мне рассказал? Потому что тут независимо, где ты находишься, на какой партиции. У тебя может быть 20, 30, 40, там 100 партиций. Но ты при помощи программы указываешь, какую партицию ты хочешь забэкапить, указываешь, где ты ее хочешь забэкапить, и все. Конечно. То есть, вот... Но там тоже есть свои, конечно, минусы, но они очень маленькие. Там проблема в том, что это FS-архивер этот. Ну. Он работает с очень редкими протоколами. Ну, у кого стоит самбо? Ну, я не знаю, чем они думали, когда они это делали. А ты имеешь в виду, что... Кто запускает на своем компьютере самбо? Хотя, может быть, они думали о предприятиях. Там самбо, конечно, работает стандартно. У меня тоже работает. Через самбо с макинтошами связь была и... Сам бы работала по всему предприятию. Там бы это работало, конечно, без проблем. А дома, ну, они, скорее всего, эту программу для дома не делают. Лёва, ну, тут уже идут, ну, сам понимаешь, ну, корпоративные дела. Кто, как там и где себя отрекламирует. То есть, если самба себя, значит, отрекламировала в корпоративных делах, то, естественно, значит, они под нее и многие вещи будут делать. Но нам-то, как обычным пользователям, ну, по барабану. Но если у них идет по умолчанию самбо, ну, какая мне разница, если... Самбу можно запустить на любом компьютере. Вот. Это несложно. Проблема в том, что запоминать на самом компьютере, делать бэкапы, на котором ты работаешь, это тоже как-то, ну, может, с моей точки зрения, черт его знает. Я вообще смотрю, видно, на вещи не так, как нормальный пользователь. Привычка многолетняя, несколько, чуть ли не 15 лет я там проработал, и бэкап это всегда был сервер бэкап. Кликать он физплат и все это вот. Потому что запоминать информацию на том же компьютере, на котором ты работаешь, это как-то глупо. Удар тока и вылетело все к чертовой матери. Согласен. Так что это принципиально, это, конечно, просто абсолютно никакого смысла не имеет. Делать бэкапы на том же компьютере. Потому что в каком-то серьезном случае ты все равно ничего не сделаешь. Вылетают все сплаты и все. У меня дважды такое было. Но у нас хорошо, у нас пиджеры стояли, знаешь, эти дураки, которые автономно питают. Один из них сгорел, но нам его оплатили, правда. А четверо других все нормально, они пережили. 600 вольт нам подключили по ошибке. Не тот кабель, не туда засунули. А, ну, им, конечно, сказали большое
коммунистическое спасибо. Да, ну они это благодаря серьезной технике там мы это все пережили. В принципе, нормально. У нас вылетел только один компьютер, который стоял на входе в этот, господи, на входе в нашу сеть. То есть он был, работал тогда как фаервол. Linux работал как фаервол, и туда не дотягивались никакие кабеля. То есть он был включен в нормальную сеть, и того выше было, конечно, моментально 600 вольт. Да. Вылетело все к чертовой матери. Но это был маленький компьютер, Linux же быстро работает даже на совсем маленьких системах, а Firewall так он вообще не требует никаких, ни скорости, ни места, ничего. Его можно на телефоне сегодняшнем запустить, и он будет работать. Согласен. Поэтому потери были небольшие, но все равно все оплатили. Но я говорю, что это такое дело, что черт его знает. Удар тока и все. Поэтому, на мой взгляд, это не очень корректно такие вещи делать. Но это профессиональный взгляд на вещи. А нормальный пользователь, у которого нет никаких серверов. Правда, с другой стороны, на сегодняшний день есть эти флешки, там, 64, 128 да, гигабайт. И они вполне для этого дела годятся, и стоят они совершенно немного. А так я о чем и говорю. И для флешек, это же получается, ты ее включаешь, это локальная плата. И да. FS-архивы ее без всяких протоколов видят. Хорошо, вот по твоему личному мнению, какой лучше всего включать протокол? SSH или Samba или какой другой? Или PMB? SSH. Скажи мне, кто из твоих пользователей сможет с этим разобраться? Это security протокол. Это надо что-то понимать в фершлюсинге. Это надо что-то понимать о том, как делаются ключи приватные и, господи, как это по-русски, черт его знает. Не ломай голову, скажи так. Офисы и приватные. То есть это надо уметь делать. Это не так просто. Лёва. Это можно забыть. Лёва. Самба очень простой вариант. Но опять же, если ты знаешь, как это делать, то есть самбу можно нормально настроить минут за 20. Но это же сервер. И какой черт человеку на простом компьютере сервер? Абсолютно не нужно. Абсолютно совершенно. Это нагрузка ненужная и все это вот. Лёва, я тебе так скажу. Что вот как. NFS это довольно распространенный протокол Network File System. Он довольно легок в обслуживании сказать, но тут проблема другого плана. Для того, чтобы это использовать с этим FS-архивером, надо иметь приборы, которые поддерживают NFS. Типа? Ты же понимаешь, то есть оно получается, что все они тут, что они туда вставили, оно в принципе для дома не подходит. Вот этот вариант, который я себе придумал, он, пожалуй, единственный, который будет работать. То есть ты делаешь копию на локальную плату, так. Потом берешь эти копии, переносишь их куда-то там, я знаю, на флешки, на какой-то просто жесткий диск, который лежит у тебя в шкафу. Там гигабайтный диск купил, тоже не миллионы стоит. Все, подключил его к компьютеру, сбросил туда эти бэкапы и положил в шкаф. Это вообще идеальный вариант. Абсолютно идеальный. То есть с этим делом ничего не случится. Это навеки вечные. И 99% пользователей тебе только за это поклонятся в ножки и скажут спасибо, дядя Лёва. Почему? Потому что никто не хочет озадачиваться, скажем, там, корпоративными делами, сложностями там настроек, подстроек. Человеку простому, я имею в виду пользователя, почему? Потому что у нас вот канал, наш веб-сайт, он рассчитан на простых людей, не на корпоративных.
ни на корпоративщиков, там ни на кого. Просто на нормальных пользователей системы Linux. И даже для меня, как для простого пользователя Linux-системы, Господи, да сохранить копию на локальном диске, ну и при случае там запросите на облако. Вот и все. Да, это тоже вариант. Облако это тоже вариант. Потому что эти данные, которые принципиально, ты можешь включить там пресс-люсеров, то есть это шифрование. И там это реализовано двумя методами. Ты можешь включить настоящее шифрование, тогда расшифровать это сможет только та программа, которая это зашифровала. То есть твой персональный FS-архив. Но это такое дело. Это надо что-то понимать в шифровании, чтобы не влезть в задницу. Есть другой вариант, когда ты просто включаешь паспорт. Да. И все. И этот backup программа сможет открыть только тогда, когда есть соответствующий паспорт по ней. То есть самый простой, я тебе скажу, простой пользователь простейший паспорт не откроет, он не знает как. Так вот я о чем и говорю, что, допустим, у нас на сайте, у нас нет никакой нужды заниматься вот корпоративными этими делами всеми. Почему? Потому что ты видел, что у нас сайт предназначен для просто простых пользователей системы Linux. И если человек сможет сохранить, допустим, при помощи вот этой вот программы FS-архивер копию, допустим, где-то у себя на локальном диске, а затем забросить ее на облако, ну и все. То есть вот, Лёва, вот ты понимаешь, ты-то профессионал, ты там знаешь все эти корпоративные там штучки и так далее, но порой вот вы, люди, все теряете видение простого человека. Ну, естественно, а как ты хочешь? Ты любой же профессионал. Ну, а как же так? А как может быть иначе, когда ты отвечаешь за сеть, в которой почти 200 компьютеров, из которых четверть, грубо говоря, сервера. И ты за это отвечаешь. То есть, ну, по закону, если там что-то случается, то тебя могут привлечь к уголовной ответственности. К уголовной. Я согласен. Так что тут хочешь, не хочешь, ты должен учить, ты должен знать, что и как. А немцы это очень интересный народ. Ну-ка, аусбильдером, то есть как это, обучающим, так сказать. То есть ко мне каждый год на 3, 4, 5, иногда 6 месяцев с берлинских университетов присылали 3, 4, иногда 5 человек на практику. Ого. Вот. Я легализован был, то есть я потом им писал там специальные анкеты, писал что, чего, что они хорошо, по моему мнению, делают, что плохо, и выставлял им соответствующие баллы с рекомендациями. Ну, так это в Англии называют референсами. Ну да, что, ну, по-русски, по-русски, грубо говоря, характеристики. Которые приходили с третьего курса Берлинского технического университета, они приходили ко мне проходить практику, они не знали ничего. То есть они не знали ничего об основах вообще, как работает компьютер. Вот это да. У меня отвисала челюсть до пояса. До пояса. Я ему говорю, думаю, человек третий год учится в техническом университете. По специальности сетевые инфраструктуры. Я ему говорю, вон, я запустил только что сервер, пойди поставь на нем точки приема и выхода. Таблица, я тебе показывал вчера, вот с этой таблицы возьми точки и поставь туда. И я потом приду, и мы вместе его включим в нашу сеть. Я прихожу через полтора часа, меня шеф попросил там. Короче говоря, мы уехали с шефом, и через полтора часа вернулись,
он не сделал ни одной точки, потому что он не знает как. А когда я с ним начал говорить, что говорю, ну как же ты не знаешь, ты же 3 года уже это дело учишь, ты же должен знать, как образуются сетевые номера, почему их только 256, может быть реально 254. Я говорю, тут почему 0 нельзя использовать? Молчит. Он ничего не знает. Ничего. Полный 0. Он не знает, что такое бродкастинг. Он ничего не знает. Так, а что самое обидное, понимаешь, что я сижу дома, я не могу найти работу, меня не берут из-за возраста. А эти чучелы молодые, они работают, так что неудивительно, что тут каждые 10 дней летят сервера. На одном предприятии, на другом каждые 5 дней кто-то вылезает в сеть. Они же ничего не умеют, они ничего не знают. А что там говорить? Ну, зато у тебя получается... Это простые пользователи, им принципиально вот эти все дела вообще не нужны. Вообще. А правда, ты видел ее сам, она достаточно простая. То есть, если человек просто уяснил, что обозначают вот эти точки, если у него есть желание вообще понять, как это работает, так он еще и посмотрит, что это обозначает, ГБЦ, что такое ТАРГЦ, знаешь, БЦ2, то есть такое, что это за алгоритмы, компрессии. Ты посмотри, я разучился говорить по-русски, просто кошмар какой-то. Лёва. Да. Остановись на секунду. Ты знаешь что? Я, кажется, нашел великолепную сферу, где, во-первых, ты будешь востребован. Я не знаю, насколько, допустим, популярен мой канал и так далее. Но что мы можем сделать? Мы, значит, можем сделать серию видеоуроков, в которых ты в простой и доступной форме. Я вот, допустим, буду выступать абсолютным чайником, а я и есть абсолютный чайник. Почему? Потому что я просто, ну, опытный пользователь. Я использую там Linux, он мне нравится, там ля-ля тополя. Ну, допустим, в плане там серверов, там подключений и так далее, я тебе честно говорю, что ты здесь, говорится, гуру, а я, ну, скажем так, я ничего не понимаю. Я скажу такую вещь. Вот я специально изучал в течение этих лет, в общем и целом, это 3 года на обучение ушло. Но это профессиональные курсы ЦИСКО. Знаешь такую фирму? Знаю. Вот. Как можно в каком-то видеоуроке объяснить, что такое ЦИСКО, что такое iOS, как с этим работать? Это, ты понимаешь, это просто невозможно, да и не нужно. Зачем? То есть моя специальность практически... Лёва, людям нужны не курсы, не нужны дипломы, а людям нужны практически знания. И вот если, допустим, до людей донести в форме, допустим, видеоуроков, причем небольших там, скажем, по объему, ну, понятных для понимания простому, нормальному, скажем, человеку, то твой курс будет пользоваться, ну, просто бешеной популярностью. Вот это мое личное... Простые вещи, естественно. Так... Лёня, я соседа своего вспоминаю. Лёва, ты пойми, что вот... те знания, которые ты приобретал, и все то, к чему приходил, и даже вот этот смешной случай, что студент Берлинского университета, который проучился 3 года,
который платил там все налоги и за которого платило государство, а он выходит практически, ну хорошо, если бы он на тебя не попал бы, ну что, ну вот чтобы он, скажем так, дубиной. Да не, да, а чем я ему смог помочь за эти 3 месяца? Я ему рассказал, объяснил и заставил выучить, как работает компьютер. Вот. Без этого я не понимаю вообще, как может. Ну, то есть человек не знает, что такое двоичная система счисления. Понимаешь, он не понимает, как... если ты не знаешь, что такое двоичная система, ты никогда в жизни не поймешь, как образуются сетевые номера. Что это обозначает? 192, 168, вот. 0,0, к примеру. Ну так вот, смотри. Вот... Вот ты смотри, вот ты вот просто говоришь, вот я тебе сразу в лоб говорю. Урок номер один. От Льва. Кстати, ты мне свою фамилию так и не сказал. А ты же видел фамилию. Я же это... А, Белкина. У меня Пушкин повести украл, мою фамилию легко запомнил. Хорошо. Что такое двоичная система исчисления от Льва Белкина из Берлина? Вот первый видеоурок. И там 15-20 минут, где ты объясняешь в популярной форме. А я сижу перед тобой, грубо говоря, чайничком. И спрашиваю. Потому что, ну, для меня самого, скажем так, ну... Ну, я в этом пока ноль, потому что я просто... Да это принципиальное начало, это очень просто. Ты же знаешь, вот мы, люди, пользуются десятиличной системой. Ну. То есть считаем от 0 и до 9, 10 цифр. Для компьютера это слишком сложно. В компьютере есть только 0 и 1. Единица. И единичка, это я знаю, да. Вот и все, на этом принципиально все построено. Компьютер не умеет умножать и не умеет делить. Откуда же он знает, сколько будет 2×2? Отнимание прибавления, догадываюсь. Не совсем. Ну-ка, давай. Не совсем. Компьютер делает очень просто. Он просто, грубо говоря, он стоит, скажем так, он стоит перед группой ячеек. Перед группой ячеек. Так. В каждой ячейке лежит понятное человеку число. А перед, вот там, где он стоит, лежат двоичные числа. То есть 0 – это 0, а единица – это единица. Так. Но 0,1, если ты пишешь, то это уже двойка. По той простой причине, что единица уже не стоит на первом месте. Она не одна, она стоит на втором месте. Согласен. А 2 единички сколько будет? Ну, простой логический вопрос. Ну, 2 единички, стоящие друг с другом. Тройка. Тройка, соответственно, конечно, потому что на втором месте единица обозначает двойку. Но это опять же в человеческом понимании. А впереди единица – это единица. Следующий переход, то есть следующая ячейка, раз тройка у нас уже есть, это четверка. Правильно? Да, правильно. Как записать четверку, как ты думаешь? Ну, давай попробуем. Значит, 1,2, что ли? Нет, так двойки-то нет. Есть только 0 и 1. Ой, пардон. Ты нахал. Сейчас, подожди. Так, 0,0,1. А 1,1 мы говорили? 1,1 ты сам сказал, это 3. Алексей, все очень просто. Тут все зависит от того, где находится единица. Ты уже ответил на вопрос, только не обратил сам на это внимание. 0,0,1 это и есть 4. А, я думал, только ограничиваемся всего лишь 2 знаками. А... И, естественно, 0,0,1 это только 2 знака, 0 и единица. Нет. И как я уже раньше сказал, тут все зависит от положения этой самой единицы. В пространстве, так сказать, как она лежит по отношению к нулям. И вот теперь смотри, если вопрос, сколько же будет 2 умножить на 2 или 2 прибавить 2,
Он делает очень просто. Где находится двойка, он знает. Это второе место, да? Да. В нашем ряду. Там находится двойка, потому что на первом месте находится ноль. Если ноль, один, то это двойка, потому что единица стоит на втором месте, там, где он находится. Это двойка. Один, один, это тройка. А 001 четверка. Но он об этом не знает. Он просто делает шаг налево к следующему месту. И там лежит ответ на этот вопрос. А налево или направо? Налево. А почему? По той простой причине, что сетевые номера... Ой, что я говорю? Конечно, направо. Ну вот. Направо, ты прав, направо. Направо. Ладно, не парься. В любом случае, Лёва, вот даже вот такие вот простейшие уроки ликбеза для людей, которые только начинают интересоваться компьютером и хотят безо всяких там трех или пятилетних университетов просто въехать в эту тему и стать нормальными, как говорится, грамотными пользователями Linux, а может быть даже и сетевыми инженерами. А почему, допустим, тебе, как человеку, скажем, с огромнейшим жизненным опытом, стажем, опытом преподавания, а почему бы тебе, допустим, со временем не выдавать таким людям после прохождения определенного курса именно твои именные сертификаты, что человек прошел у тебя. У меня нет на это права. Подожди, я подожди, насчет права мы... Подожди, подожди. Фирма, для которой я работал, ты, она имела... Ты можешь работу. Подождать? А что? Насчет права... Подожди. Так вот. Почему бы тебе не выдавать таким людям сертифицированные копии, в смысле сертификаты, что данный человек, значит, прошел, допустим, не липовую, вот как у нас вот любят покупать там это самое, там в России, там слышал я такие вещи, там эти поддельные дипломы и так далее, а что у тебя человек прошел нормальный, хороший курс, допустим, по на сетевика, например, не прикрываться там не громкими символами там ЦИСКа, там ФИСКа, МИСКа, там ГИСКа и так далее, а по барабану, а просто что выпущен человек грамотный, который способен будет работать практически на любых системах. Почему? Потому что он знает основы. А зная основы, он сможет быстро, спокойно влиться в любую компанию и в ней нормально работать. Ну, принципиально это не так, потому что все крупные компании, их, правда, всего три. Так. В мире. У каждой из них своя система операционная, которая управляет их приборами. А вопрос из-за угла. Можно? Конечно. А какая разница? Ну, разница значительная. Вот посмотри. Что... Нет, я тебе объясняю. Допустим, человек прошел полностью твой курс обучения. Раз? С проблемой о том, допустим, чтобы именно вот твоя именно личная школа Льва Белкина была признана, это уже вопрос второго плана. А вот как, допустим, эти люди, вот представь, ты обучил там 3-5 человек, они пришли в разные фирмы. Один пришел там в ЦИСКа, там другой пришел там в Сан-Франциско, а третий пришел там в Рио-де-Жанейро. Ну, я смеюсь. ЦИСКа никого не возьмут. Это... ЦИСКа берут людей только если у тебя есть диплом ЦИСКа. Угу.
Без этого диплома туда попасть невозможно. А как ты думаешь, вот люди, которые прошли, допустим, твой курс, им сложно будет, допустим, сдать курс на ЦИСКа? Практически невозможно. Почему? По той простой причине, что для того, чтобы обучить человека работать в ЦИСКа, надо иметь ЦИСКа приборы. Для того, чтобы показать ему, как это делается, как это работает. Это, я тебе скажу, это довольно сложная область. Потому что эти вот маршрутизаторы, к примеру, просто ЦИСКа, они сложнее любого персонального компьютера внутри. То есть там своя операционная система, там своя операционная подсистема и еще одна подсистема. Система команд, правда, для человека, который знаком немножко с программированием, это уже не так страшно, но все равно, если ты не знаешь систему команд, если ты не знаешь, что такое, к примеру, Т-точки, то ты виртуальную сеть не построишь никак, а это на пальцах не объяснить. Это надо только показывать, потому что теоретически, а где человек будет заниматься? Ну, я ему расскажу, что надо вот такую команду, ты увидишь на экране вот это, ну, после этого надо дать вот такую-то команду, потом, ты, чтобы попасть в ту ветку, надо дать такую команду, в эту ветку такую. И что это ему даст, когда он это не видит наглядно? Это практически бесполезно, это чистая трата времени для меня и для этого человека. По той простой причине, ты же знаешь, для того, чтобы выучить язык, достаточно находиться в языковой среде. Да. А если ты в ней не находишься, то для того, чтобы выучить тот же самый язык, надо очень долго и упорно это заниматься. Ты всю жизнь можешь потратить, и все будет без толку. Согласен. А какой вы... Это слишком комплицируется. Это очень тяжело. Без приборов. Были бы приборы, но они же стоят тысячи. То есть самый дешевый роутер от Cisco стоит 3500 €. А сколько тебе их для курса будет нужно? Ну, один хотя бы. То есть... Да, опять роутер. Ты понимаешь, опять, ну, роутер, окей. И что я с ним буду делать? Мне же нужна сеть. Если роутер не подсоединен к сети, то он мне на команду скажет создать виртуальную сеть для сети D0. Он мне скажет, а где сеть D0? Создавать-то нечего, не для чего. То есть возникает вопрос. Это очень дорого. Это, в Берлине есть всего 5, было во всяком случае, сейчас не знаю, 5 школ, которые занимались обучением, то есть давали вот эти курсы с сертификатами ЦИСКа и всего этого. Всего 5. На город, в котором почти 6 миллионов жителей. Так. И они брали туда курсы, раз в 2 месяца начинались эти курсы, продолжались полгода. Это, конечно, для ЦИСКа вообще не время. Они брали раз в 2 месяца 5 человек. По той простой причине, что они бы брали и больше. Это же деньги. Это же деньги, но они не могли, потому что оборудования нет, а купить они тоже не могли, потому что сильно дорого. То есть какую-то часть оборудования, когда они начинают на маленькие группы, им доплачивает государство, да, то есть им дают какую-то часть суммы, и все. А дальше они должны сами, а сами они не могут. Да нет, это все такое дело. А вот давай... Это, ты понимаешь, оно со стороны смотрится очень просто, потому что почему-то такое мнение существует о сетевых администраторах, что это люди, которые вот как это, пришел дома, вот у меня там не выключается компьютер. Он подыгал, погрюкал, что-то где-то посмотрел, выключилось. Все нормально. Но это же не сетевой администратор. Ты же понимаешь, это совершенно другое. Ну, конечно. Сетевой администратор, он работает с очень дорогими приборами. Он работает, как правило, он сидит на данных, которые иногда стоят миллиарды. Эти данные, потому что от того, как он работает, зависит состояние фирмы, в которой могут работать 200-300 тысяч человек.
То есть это такое дело, я же говорю, кажущаяся простота, но это именно кажущаяся простота. Ну, это так всегда. А вот, сам... Лёва, посмотри. Любопытный к тебе, опять-таки, вопросик из-за угла. Вот, например, тебе дали карт-бланш, что, допустим, на нашем сайте там мы делаем, значит, специальный там клич для людей, значит, очень такой вот интересная штучка, допустим, что будут организованы вот такие-то курсы. Значит, на этих курсах, значит, людям будут даны реальные знания. Эти люди смогут, допустим, получить сертификаты ЦИСКа. Но эти люди, значит, поскольку, значит, у них, допустим, нет денег в данный момент, чтобы эти курсы закончить, но эти люди умные и хотят. Значит, предлагается вариант такого плана, что, например, составляется специальный там договор международного образца, по которому человек после окончания этих курсов, он, допустим, обязуется там в течение там 5 там или 10 лет выплачивать, допустим, там на сайт там определенную, значит, сумму денег в качестве того, что, значит, он получил знания, допустим, от тебя. С другой стороны, значит, на сайте организуется такая вот интересная штучка, что, к примеру, люди, которые пожелают вложиться в мозги. То есть сидят там пенсионеры, там играют там в домино, там пьют пиво, ну, которые, допустим, посмотрел там наш ролик, поглядел, решил, да черт побери, да хрен с вами, ребята, ну, я там вложу там вас там 50, там 100 рублей. Но у нас на сайте есть, значит, специальный такой коллектор именно, то есть вот у меня есть на сайте коллектор именно вот пожертвования автору видеороликов, то есть конкретно мне. Есть другой коллектор пожертвования администратору сайта именно на поддержание, скажем, технического состояния сайта. Будет другой коллектор, значит, вложение, значит, ну, как там по-красивому называть, ну, короче, в молодые, перспективные, как говорится, мозги ребят, которые вот, во-первых, им будет дана возможность отучиться, потому что будут вложения, но, с другой стороны, ребята, не будьте, как говорится, свиньями, отучитесь, начнете работать. И какое-то время, пока вы будете работать, значит, ну, отчисляйте какой-то там процент на автора, значит, который вас учил там, на сайт, который вам эту возможность предоставит, и так далее. То есть, ты понимаешь, тетя Мотя там из Мухосранска, которая и в жизни, может быть, там и не слышала вот о таком варианте, она может просто взять там, скажем, под влиянием чарки вина, внести там соточку, всего лишь там 100 рублей. Но если таких тетей будет много, и если в результате вот таких вот тетушкиных забот накопится определенная сумма денег, который позволит хотя бы одного, скажем, кандидата проучить, но расходы-то здесь будут идти как? Что, естественно, часть денег, допустим, пойдет на то, на закупку оборудования,
на оплату, допустим, тебя милого, потому что дядя Лёва, ты все-таки человек серьезный. И, скажем так, да, даже кое-что понимаешь в двоичном коде, смеюсь. Вот. Ну, и у тебя уже будет не просто, скажем там, пустой интерес, что вот обучать каких-то балбесов чему-то. Ты, во-первых, из списка возможных кандидатов после предварительного собеседования с этими людьми, там, по скайпу, вот как мы сейчас с тобой говорим, как говорится, лицо в лицо, ты сможешь, допустим, определить, кто смог бы быть, допустим, предполагаемым кандидатом. И тебе не нужно будет объяснять там никому причины там, никакой там. Алексей, я не думаю, что кто-то на это дело пойдет. Ты понимаешь, проблема в том, что мы ничего не можем гарантировать. Но объяснить человеку, рассказать, показать, переговорить, исправить ошибки какие-то, то есть неправильное понимание чего-то, это все можно. Но если человек учится в каком-то заведении, Так. знаешь, он там не просто так, он понимает, что это его будущее. А в данном случае... Хорошо. Какой из Значит, российских чего? вузов выпускает полноценных специалистов, допустим, такого уровня, который, допустим, мы с тобой задумали? Я вообще не знаю, откуда я это могу знать. Ну Я хорошо. сам в свое время закончил институт, у меня диплом педагога и диплом, господи, астрофизика. Ну и чего? И ты был счастлив? Ну как тебе сказать? Педагог, конечно, какой с меня педагог, чертовой матери, у меня не хватает на это дело терпения. А астрофизика у меня слишком специфическое направление. То есть нас учили изготавливать линзы телескопов, для очень больших телескопов. Потому что тогда наше родное правительство решила закупить оборудование где-то за границей, и вот нас, как специалистов, готовили к тому, чтобы в этой области работать. Шлифовка линз, там, расчет, вот такое. А когда мы закончили пятилетнее обучение и получили дипломы, оказалось, что наше родное правительство за эти 5 лет передумало. И никто никакого оборудования не купил. Ну, история, как говорится, Вторая история, самая обычная, но да. дело в том, что ты понимаешь, с этой профессией. Просто-напросто по-человечески подтолкнуть к очень простому такому пониманию. Во-первых, никогда не отчаивайся. Ты человек, ты нормальный, умный, грамотный человек. Ты закончил обычную советскую там десятилетку, ты закончил институт, у тебя есть высшее образование. И становиться просто продавцом там пирожков на углу, ну, скажем так, для жизни, может быть, это и нужно бывает. Но и все-таки не забывать того, что у тебя жезл в ранце. Вот. Ну, понимаешь, о чем я говорю, да? Да, конечно. Вот. Ты понимаешь, во-первых, я не расстраиваюсь. Я считаю, что, допустим, тому же русскому сообществу и специально вот на сайте я всегда подчеркиваю, что я не намекаю и никогда не собираюсь намекать, что там человек какой-то там национальности, там какой-то веры, там или еще чего-то. Просто русскоговорящие люди. Можно, значит, оказать посильную поддержку. Чем ты можешь на первых порах это сделать? Просто мы можем с тобой грамотно сделать серию видеоуроков. Допустим, введение, например, как бы это сказать, для желающих заниматься там, типа там углубленно там сетевыми проблемами. И здесь, значит, первым учителем как раз ты и будешь.
То есть ты объяснишь людям, что такое там двоичный код. На пальцах, на примере, спокойно объяснишь людям. Вот то, что ты мне объяснял, и в чем там отличие, там, и как записать единицу, как записать двойку, как записать тройку. Все это в виде видео. Так интересно, что из этого, вот этого примера, из этого образуются сетевые номера компьютеров, вот. Компьютерных сетей. А от простого к сложному? То есть, конечно. Ты людям объяснил в первом уроке вот это, во втором уроке вот это. Естественно, там до конца твоих уроков, может быть, там дойдет там 10-15% людей, но те, кто дойдут. Ведь эти-то люди, они будут тебе искренне благодарны, и они твои уроки будут пересматривать по 1000 раз. Ну, посмотрим. Давай завтра продолжим. Ну, я вообще-то, честно говоря, уже просто потухаю. Я же ту ночь не спал. Левочка, ну, ты уж я меня... Я своего с этим, с Линуксом, Минтом. Ну, я тоже сегодня в 9 утра... Хоть счастье, что я не знаю, какой он национальности, из какой страны. Я сегодня проснулся в 9 утра, я тебе говорю, я даже в туалет не успел сходить, посмотрел звонок от тебя, сел на него, и мы так с тобой и сидим. Да. То есть, завтра созвонимся, мы продолжим этот разговор. Договорились. Может, еще какие-то идеи придут по поводу этого, господи, систем БАТа? Да не зацикливайся ты на одном часе. Не, я на да, во-первых, ту программу, которую... Теперь подумай, а почему они находятся на таком высоком рейтинге? Я ведь не думаю, что у них там супер какая-то там спонсорская поддержка там или еще что-то. Это я вообще не знаю. Если она у них вообще не думаю. Дело не в этом. Вполне возможно, что... Они пользуются такой, во-первых, система очень легкая. Очень легкая система. То есть она маленькая, она влезает куда угодно. Она, за исключением Синамона, все остальные ее предлагаемые, вот эти, X-Face, вот этот KDE, и Mate, они все работают даже на очень старых компьютерах, да. Даже на очень старых ноутбуках. Да. И это уже громадный плюс. Так вот, но... люди-то пошли как раз именно по этому принципу. Не по степени, скажем, защищенности, как Федора и так далее. Потому что, допустим, если я захочу поставить на Федору ряд проприетарных программ, я получу большой отлуп. Каких именно? У Федоры... у них были очень серьезные такие требования, чтобы пользователи Федоры не использовали проприетарные, скажем там, программы там. У тебя немножко неправильная информация. Объясняю. Федора. Алексей. Я тебе объясню свое видение сначала. Послушай. Подожди, ну дай закончить. Значит, Федора, значит, является дочкой кого? Red Hat. Red Hat это чисто коммерческая программа, и она сделала Федору, ну скажем так, испытательным полигоном для пользователей. Ну нет, это неправильно. Почему? Федора это испытательный полигон для Red Hat самого. Хорошо. Сервер Enterprise делается на основе Федоры. То есть они что делают? Они делают Федору якобы для простого пользователя. Они выбирают пакеты, которые очень хорошо работают, надежно работают, и берут их в основную дистрибуцию. И на этой основе они делают версию, которую они потом за очень приличные деньги продают. У них же самая дешевая система от 5000 евро начинается. Вот. Вот и весь ответ. По поводу всех этих разговоров, что Федора, проприетарный софтвер, это не совсем верно. Это касается только официальных репозиторий Федоры. Но дело в том, что у Федоры есть неофициальные репозитории. Например, RPM Fusion, из которого можно скачать совершенно все проверенное,
надежное и работающее. Все, что касается мультимедиа, например, и всего остального. То есть на самом деле этих проблем у Федоры как таковой нет. И об этом просто нужно знать. Ну так, а кто об этом знает-то, Лёва? Специально драйверов в своей системе не терпят. Официально. Не терпят. А кто об этом знает-то? 1% из 100%? Да, об этом знает, естественно, мало людей. Ну вот. Это, и, вот принципиально, и поэтому 99% утекает куда? На ЦИНАМОН. Да, все это верно. Скажем так, что то, что касается мультимедии, то Федору можно настроить точно так же, как и ЦИНАМОН. Она тоже совершенно все будет проигрывать. Все те же самые плееры будут работать, и будут работать с очень хорошим качеством. Я просидел на Федоре чертову уйму лет, наверное, 20 лет только. То есть я знаю, о чем я говорю. Я и на работе использовал Федору, и этот Linux Enterprise. Мы просто покупали его без суппорта. А потом это перестали делать, потому что я понял, как обойти вот эти их дурацкие ограничения, что они там... Частично они давали тебе софтвер с Fedora, у которого не было поддержки серверов вообще. Но оказалось, что это довольно легко обойти. Мы один раз купили и больше этого не делали. Я тебе объясню по-простому. Значит, я поставил как-то Fedora. Поставил Fedora, был интерфейс GNOME. Это была, по-моему, Fedora 18. Мне понравилось, хорошая сборка, все. Но когда я попытался установить на ту же Федору самую банальную VirtualBox, как ты думаешь, что я получил? Ну понятно, но VirtualBox там работает отлично. Ты просто, я же тебе говорю, что надо знать репозиторий. Это не очень рекламируется этот сайт, потому что и Fedora, и Red Hat это дело не приветствуют, но все есть, можно установить VirtualBox готовым пакетом. Я тебе скажу так, вот у меня клиент, который придет, наверное, дня через 3-4, может быть 5, он договорился, я знаю, дня 4 назад сказал, что через 10 дней у него там туда родственники приезжают, что-то такое. Вот, у него стоит по сей день 18-я как раз Fedora, и на ней работает все. Как раз 18-я Федора. Но я ему уже показал вот этот Минт и сказал, что я буду теперь Минтом заниматься. Но ему все равно, он же бы работал. Да, да. Понравился, красивый, все это вроде так быстро работает. И все это. Но он прислушивается ко мне, и, может быть, еще и поэтому. Но у него как раз стоит 18-я Федора по сей день. Это уже сколько она уже считает? 2 года без обновления. И нормально совершенно работает. Windows 7 у него слетел. Но он сам виноват, он такой орел. Он сколько раз я ему говорил, делай что-то системой, ради бога, возьми листочек бумаги, возьми карандаш. И если ты что-то делаешь, запиши, что ты сделал. Потому что ты мне звонишь, у меня пропало вот это. Я приезжаю, что делал, ничего не делал. Я говорю, ну скажи, ничего не делал, значит ты компьютер не включал вообще? Включал. Да ты включал. Я говорю, так что-то уже делал. И когда начинаешь искать, где он, что он там. То есть он у меня ухитрился как-то вот эту иконку, где переключались языки, на Windows 7 засунуть за десктоп. Это и надо уметь. Она лежала слева там. Понимаешь, я открываю менеджер задач. И смотрю, что эта штука там, но ее нигде нет. Ну, это вот как у меня было совсем недавно, позвонил мне один пользователь. Он знает, что я, в принципе, линуксоид. Он позвонил по вопросу Windows, я не помню, там десятка у него, по-моему, или там, или восьмерка, не, по-моему, десятка. Он когда включает, значит, свои эти долбанные плитки, раньше они у него перемещались, а тут он не смог ни одну плитку ни открепить, ни прикрепить новую. Ну, я с ним там 5 минут поваландался. Сказал, я говорю, ты знаешь, ну, вообще-то обратился ты
не по адресу, потому что не моя стезя, я занимаюсь только Linux'ом. Вот. Ну, он просто, ну, ко мне он очень хорошо относится, потому что считает меня, скажем так, там, опытным пользователем и так далее. Это так и есть, что он считает. Да ради бога, пусть считает. Я еще раз и всегда я всем повторяю, что я, так сказать, не учитель, а я просто показываю свои подходы к решению тех или иных проблем. И я никогда не стесняюсь обратиться к людям, которые знают больше меня, за вопросом и советом. Вот и все. То есть для некоторых людей получается, ты понимаешь, я в жизни понял так, западло, что там, если он там достиг определенных вершин и чего-то даже не знает, то для него западло обратиться, значит, к людям с вопросом, чтобы помогли. Вот для меня это проблем не составляет. Странная какая-то логика, то есть я думал, что любой разумный человек должен понимать, что вершин практически невозможно. Так практически невозможно. Я сам был, значит, удивлен, почему. Могу тебе дать вот ярчайший пример. Если я говорю, у меня, значит, есть парнишка один из Турции. Да. Шарится в этом, в терминале, ну, знаешь, скачет там как блоха. Правильно делает. Вот. Умнейший парнишка. Так он русский? Он, значит, там... Я имею в виду, он из России? Он живет в Турции. Значит, ну, он говорит по-русски, мы с ним общаемся, нормальный, абсолютно, скажем, адекватный парень. Абсолютно. Вот. И вот, ну, представляешь, проблем с ним никогда никаких нет. Консоль это, конечно, очень интересно. Он в терминале, там, я не знаю, у него, ну, во-первых, ну, парень молодой, память хорошая, он там все эти команды, там все это дело помнит. Он, я тебе говорю, что он Arch Linux ставит за 15-20 минут без GUI. То есть он просто все вот эти вот команды помнит, он берет, раз, настраивает, все, у него Arch Linux работает как конфетка. А Arch Linux, это, ты меня извини, это даже может быть и покруче Fedora. Я не знаю, там есть ли какая-нибудь серверная вариант. На чем он построен, это так? Ой. На каких пакетах? Arch Linux, из него вырос Manjaro. У них свое огромнейшее сообщество, огромнейшие репозитории. Причем, допустим, Manjaro, они используют репозитории не только свои, но репозитории и Arch Linux. У Arch Linux у них очень богатая такая база. И плюс, помимо, значит, вот общей базы, у них есть, скажем так, еще репозитории личные, скажем так, пользователей проверенных. Ага. То есть люди, которые туда никакую гадость не запустят, никакого верстника там и так далее. То есть, ну, Arch сообщество очень сильное. Но в то же время довольно-таки закрытое. Почему? Потому что, значит, у них нет толком, скажем, хорошего графического инсталлятора. А те, которые, значит, были сделаны, вот есть такой графический инсталлятор, ну, в основном они ставят Arch Linux, но они себя назвали Antergos. И этот Antergos, значит, тебе ставит Arch, но на самом деле везде и во всю, значит, все дырки о себе графит, что он Antergos. Вот, ну, там есть масса всяких нюансов, но это... Интересно, я сейчас сделаю бэкап назад.
и посмотрю этот Манджаро. Я уже видел это имя, но как-то... Запомни, что Манджаро – это такая же веточка Арча, как Linux Mint – веточка Ubuntu. Вот тебе самый простой, как говорится, и ярчайший... Я когда-то попробовал Gentoo. Gentoo. Да. Я так ее и не попробовал. Что-то... Я тебе скажу, что если ты не знаком с консолью и достаточно хорошо не знаешь, как работает Linux kernel, то и не надо даже пробовать. Потому что там все, там нет пакетов как таковых вообще, можно сказать. То есть ты все компилируешь сам. Мне советовали это дело, когда я еще работал, сказали, что очень быстро работает. Но это логично, это понятно. Мы получаем кернель, вот сейчас мы берем кернель, скомпилированный, так сказать, под среднего пользователя. Там подавляющее большинство модулей, которые в нем сидят, в этом кернеле, мы ими не пользуемся, а кто-то не пользуется, другие ими такое. В Gentoo ты компилируешь кернель под ту задачу, для которой ты инсталируешь вот этот вот компьютер или сервер. То есть там нет вообще ничего лишнего, вообще. Но там надо хорошо понимать, как работает компиляция кернеля. Но так как я это все уже проходил с Fedora в свое время, что когда я начал, ну тогда еще это было не Fedora, а была Core. Да. Red Hat Linux. Там тоже надо было самому компилировать этот самый кернель. И я в свое время помучился с этим делом. Ну, ты говори ты по-русски, не кернель, а ядро. А, ну да. Ну, привычка есть привычка. Ну, ничего страшного. Хорошо, Алексей, мы... Очень счастлив, что, во-первых, с тобой познакомился. Взаимно. Ты просто замечательный человек. Очень... Стоп. Ты меня не знаешь. Я имею в виду... Много их мало. Что? Я думаю, так будет лучше, потому что, понимаешь, когда ты переходишь от состояния говна к нормальному человеку, это уже приятно. Да, я тебе просто говорю, что... Так ты меня сейчас таким титулом наградил, куда же это должно идти дальше? Дальше перейти уже некуда. Человек должен всегда иметь путь, по которому он будет... Лёва, ну ты понял, что я хотел или имел в виду сказать, что я тебя уважаю, что ты нормальный абсолютно, так сказать, человек, разбирающийся в своем деле, увлекающийся линуксами, компьютерами. И я тебя просто-напросто вот за это чисто по-человечески уважаю, что у тебя есть нормальное, хорошее человеческое увлечение. Ну да, все лучше, чем водку Христа. Да ради Бога, ну да и хлещи ты ее в свободное время, как говорится. А кто тебе мешает? Я очень редко пью. Два раза в год, возможно. Да. Но если я пью, так я уже пью. А, ну это другой вопрос. Печень до сих пор тоже, чтобы не залазить, я литр водки принимаю, сажусь в машину и еду. Уже дважды полиция останавливала и отпускала, все нормально. Ну, я всегда вот со студенчества, я всегда любил пиво. То есть я могу выпить и литру, и две литры водки, но как? Под хорошую закуску. Ну, это само собой. Вот. А, да. А если на пустой желудок, ну, так я, извини меня, и рюмки. Нет, на пустой желудок пьют только идиоты. Да. Пьют для удовольствия. Ну, а не для того, чтобы напиться. Ну, нужна хорошая компания, это раз. Это... А второе, значит, ну, просто-напросто. Во-первых, водку я не могу пить неразбавленной. Это как? А я всегда наливаю, допустим, там на палец на один или на два водки, а остальное добавляю там какой-нибудь там газировки, там что-нибудь такое, ну... Я не люблю крепкое и сразу, и залпом, и так далее. Хотя рюмочку там холодненькую, там водочки там грамм на 50, засандалить сразу и там огурчиком соленым заесть. Ну так это у меня бывает раз там в 10 лет. Не, я водку не развожу. Хорошо. Всего хорошего. Приятного было с тобой пообщаться. Знаешь, давай. Счастливо. Счастливо.